В Самарской области завершился молодежный форум «Иволга». В нем традиционно участвовали студенты из Чувашии. Какие интересные проекты представлены на конкурс, мы узнали от Алевтины Федоровой, первого заместителя министра образования и молодежной политики республики, которая находится сейчас там. Наши ребята принимают активное участие во всех мероприятиях, в направлении науки и творчества. Очень отрадно, что в рамках форума выиграли гранты в размере 800 тысяч рублей. А эти гранты, они тоже в разных направлениях, в направлении наука и творчества. По приезду ребята готовы рассказать о своих впечатлениях, предложить, может быть, нашей молодежи те проекты, которые были ими написаны, и, соответственно, конечно, они хотят поделиться своими впечатлениями.